Привет, привет, всем доброе утро и хорошего дня. Последние теплые денечки, точнее предпоследние, потом придет осень. Ну, добавил листьев, спросим. Значит, что? Привет, девчонки, мальчишки. Привет. Привет. Коротко о главном. Значит, прежде всего, 17 ноября у меня концерт. Это будет такой концерт и стендап. Я поделюсь своими мыслями. Аки Тони Робинс практически. Призову вас жить лучше, веселее, позитивней. Кстати, вся эта суета вокруг Тони Робинса меня заставляет искренне восхищаться командой, которая его продюсирует. Это мега круто, это действительно гигантский бизнес. И с одной стороны, я, конечно, ну, не адепт вообще вот таких вещей. И больше того, я полагаю, что если вы долго ходите к одному и тому же психотерапевту, или если вы тратите все свои бабки на коучера а-ля Тони Робинс, то вас наё. Потому что главная задача – выпустить вас в свет, сделать независимым и способным заработать такие же деньги. Вот и все. Так что, не знаю, бойтесь психотерапевтов, без которых вы не можете, и бойтесь коучеров, от которых вы фанатеете. Вас должны научить быть тем, от кого будут фанатеть. А если вас тянет отдавать последние деньги, ну, как бы, это лохотрон. Вот. Но при этом, если Робинс призывает к позитиву и вместе прыгают, слившись, значит, в объятиях, то в этом ничего дурного нет, ну, замечательно. Вот. Так вот, бойтесь. Чебарфон, привет. Бойтесь психотерапевтов, без которых вы не можете. В Крыму катастрофа, СМИ молчит. Нужно проштудировать СМИ. Сейчас этим займусь ради вас и напишу в телеграм-канале в своем то, что я по этому поводу думаю. Я обещаю вам, через минут так 30 выложу вам аналитическую справку на канале в телеграм. Катя Гордон, найдите меня и подпишитесь. Мы, в общем, там, бережно относясь ко всем осколкам информации, выложим то, что мы думаем. Так что телеграм-канал Катя Гордон. В ближайшее время разберем. Так, мне уже начинаются звонки, и вас прерывают. Значит, 17 ноября концерт бессмысленный, веселый, кайфовый. А 19 октября в мою днюху на Тверской в 7 вечера презентация моей книги стихов новой. На Тверской, дом книги. Аналитику выложу на телеграм-канале Кати Гордон. Что касается каких-то бытовых юридических дел, то они мне по горло. Вот, ничего суперинтересного нет по Зое Бербер. Кстати, не была днюха, Зоечка, еще раз днем рождения. По Зое Бербер мы ее, значит, отправили в реестр, там идет банкротство, ничего, в общем, другого не придумать. По Сибитовой было заседание, уточняемся, расскажу нюансы. По остальным вот готовим новый иск, тоже, кстати, к издательству, скоро покажу. Я вас не всех люблю, но многих люблю. Хорошего дня.